Александр Васильевич, я еще вычитала в ваших книжках о том, что вы набрались однажды смелости и на мачту взбирались. Позорно, описано в книжке. Дело в том, что когда посмотришь, как наши моряки тренированные, 2 года классы были парусные, обучали моряков, выставаешь 53 метра. В любые шторма они легко сбегали по вантам, по салингам, там, по реям, ставили, брали паруса, казалось, легким делом, да? Я решил тоже попробовать, я тогда вам запрещал. Но я за чекушку спирта взял у главного боцмана страховой вот пояс с карабинчиком, да? Погода хорошая, а там 4 мачты, и мостик открытый, бабка смотрит вперед, перед первым гротом, на второй грот они не оборачиваются. Я выбрал тихую погоду, полез, долез до Марселии, значит, на марсовой площадке. Ну, это 1,20 м, ну, просто чувствую себя неплохо, нормально, полез выше. А выше, к салингу, тут и трап покруче, трапик, и вантины пореже. Я до салинга долез, а дальше посмотрел вниз, и пришел в ужас. А корабля-то нет. Подножие мачты какая-то щепка, а вокруг синий океан. И все. Последним усилием слабеющей воли я пристегнулся к вантине карабинчиком. Дальше рассказывал светлой памяти капитан 2-го ранга Шишин. Ой, Виктор Константинович, замечательный был человек и моряк, нет его давно уже. Вот. Который, если перевести на русский, так, значит, снимали тебя втроем. 2 моряка тебя страховали, чтобы ты не выпал. А третий, главстаршина Овчухов, позднее разжалованный мне за песню, за мою, да, пытался твои пальцы от вантины отогнуть, а ты мычал и не отгибал. Он не мог, твои пальцы, этот он не мог. Он подковы гнул бесплатно. Заполнит он рвал эти подковы руками, голыми. Он не мог мои пальцы отогнуть. Им надоело возиться, а почему он дал тебе легкого подзатыльника, чтобы ты отключился? Тебя внесли вниз. У меня кровоподтек был на шее, был весь оставшийся рез, там еще 3 месяца. Вот. Но это не помешало написать пиратскую песню. Как говорил мой друг Юрий Висбор, каждый уважающийся автор хотя бы раз в жизни написал пиратскую песню. Что касается Городницкого, цитирую дальше, то всем известно, что он сам старый пират. И вот эту песню.